Да. Объясняй. Вот такая штучка, да. Берем такую штучку и сверлим яблоко, да? Вот так, есть. Очень даже хорошо. Аккуратно их там выкладываем. Выкладываем как можно аккуратнее. Так, и далее потом. Что мы делаем далее? Можно сахар с медом. Засыпаем туда сахар або мед. Творог, что есть. Да. Изюм. Мы по бисечку. Можно побольше туда, да? Корица. Корицы, чуть-чуть корицы. Так. Очень даже хорошо. Так, а цукру побольше, побольше. Они тут будут плавать. Зачем, да? Сок пускать. И это называется печенье яблоки, да? Все. Берем их, берем. Так, и ставим в разогретую духовку. Вот так. Оставь. О, как раз прекрасно. Чудесно. И ждем. Ждем. 25 минут. 25 хвилин и відчиняем. Что у нас получилось? Ох, який вид, який запах. Ох, раз прекрасно. Опа, опа, от воно чудо природи, печені яблуки. Запах.